Всем привет, сегодня смотрим обновление Granny Remake. Версия уже 3.4. Бабку сделали умнее, добавили новую электрическую головоломку. Давайте игру проходить. Также добавили навигацию на экран всевозможную. Вот навигация. Shift V S A D. Shift это. Бежать. Alt красться. Чтобы нас никто не слышал. Но можно постоянно на шифте бегать. Так тоже бабка не догонит. Также в игру добавили аптечки. Антенна, аптечка. Да на, я там. Да, но на G выкидывать это, конечно, тоже зло для меня. Ваше здоровье в порядке, говорят. Что в ванне есть? Я побежал. Так, она shift, интересно, слышит? Сразу, видите, лутаюсь. Так игр, конечно, не начинают. Что прям сразу с лута. Но мы уже сами игру-то знаем. Аккуратно подходим. Как вот его выкинуть? На. Да ё, на. А, как-то боком, смотрите, вот так, рывком. Все наверх. А можно же красться на альт. То есть меня не будет слышно. Паук идет куда? На эту стену. Тебя сюда, допустим. И тебя вот сюда. А тебя сюда? Дверь открылась, ура. Запомнил правильно. Есть шкаф. Радиатор. Сегодня проходим через то, что будет ближе. Так, так это получается новая конечная сцена будет. Это тупик, оказывается. Кто бы знал. Это тупик. Меня здесь бабка и посадит, если найдет. Ну-ка, рубили. Ой. То есть. Если бабка подойдет. Ну-ка на. Подходи, 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 касайся, касайся. Да на. А если брать и кидать вперед. Смотрите. На. Подбирай быстрее, побежали. Тяжелая вещь очень. А как шкаф нам отодвинуть-то? Я никакого шкафа не видел. На. Ничего себе, как кидается легко. А почему так легко кидается? Коробка из-под пиццы. Теперь также газировка нам дает эффект не резкой картинки, а мы быстрее бегаем. Давайте проверим это. Побежали. А, резкая картинка тоже осталась. Вот это скорость. Интересно, есть ли еще монетки в игре? Резкая картинка, помидор. А зачем помидор? Бросать в Гренни, видимо. Электроголовомка. Дверь выглядит наэлектризованной. Если я попытаюсь открыть ее, то меня ударит током. Вот как. А, уже увидела. Помидорка только. Томатная паста, помидорка. На! Йоу, чуть не поймал. А, мы же можем бабке в лицо кинуть. Также теперь она слышит очень плохо, если вы вдалеке. И, кстати, честно, да? Вот я, допустим, здесь пошумлю, она далеко ушла. И факт падения предмета она пропустит. Йо, вот это мы с ней разминулись. Нужно искать все равно предметы здесь даже. Ничего нет. Так, нужно было выбирать практику, наверное. Побежали тогда в подвал от нее. Закрывайся. Отвертка. Нет. Я не хотел. Как тебя взять-то? Ничего себе! В смысле, как брать-то отвертку было? Ты никак не попадаешь на отвертку. Мы уже наверху. Смотрите. Это я так от страха быстро добежал. Что внутри сейфика? Кстати, да, вот отвертку очень сложно было брать. Я поэтому и залез на кровать. Не докрутил. А сейчас-то что? Отвертка здесь же, значит, и будет лежать. Рычажок в самый низ понесем. Она, похоже, сзади. А мне нужно в подвал.
Так, еще же все пиццы можно проверять. Антенна. Рычажок поставился. Сейчас стена откроется. А, вот дверка открылась. А, так подождите. Как будто бы дом переделали. Стало как-то поудобнее. На. Все, красное лицо. Надеюсь, она теперь видит хуже. Все, так, внимательно смотрим. Что я мог здесь пропустить? Допустим, аккумулятор. Дверь наэлектризована. Кстати, да, нужно сначала выключить электричество. Эта дверь, интересно, как-то связана с электрическим стулом. Так, подождите. Она уже здесь ходит где-то. А, так везде выключатели теперь есть. Что? Я думал, люк. Взаимодействие не работает. Кстати, а я телека нигде не видел. Давайте сходим в домик. Может, я был невнимательным? Йоу. А вот телек-то. Он просто в доме стоит. Какой-то ключик вижу новый. Ключик, ключик, ключик. Название ключа не видел. Давайте сейчас посмотрим в подвале. Что за ключ, Буратино? Золотой ключ. Это новый предмет. Он от чего-то старинного. А давайте на третий этаж сбегаем. Может быть, там комод за какой-то секретной стеной. Я, кстати, мог же все перепрыгнуть. Это не я, не замечать. Как себя отодвинуть? Это что за комната? Подождите, так может слева что-то есть? Нет. Ну-ка. Ничего. Побежали. Кстати, Грэнни можно закрыть. В принципе, здесь. Так, я сейчас сам туда сяду случайно. Смотрите. Есть какая-то потайная стена. Ну-ка. Доски. Возможно, чем-то поддеваются. Так, а если фонарик вырубить? Тьма. Ой-ой-ой, ты меня не видишь. Из-за кресла не видно, отлично. Так, ну-ка, давайте протестируем альт. Красться. А огроменный ключ видели? А, так это за тобой. Вот, отлично. Так, бабка. Иди сюда, вот я. Спиной, 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 спиной. Выжил. И сейчас, допустим, картину снимем, тестово. Но, возможно, это место нам пригодится. Давай, давай, давай. Ты где? Вот я. И картину снимем. Закроется ли дверь? Не закрылась. Все понятно. Теперь так от бабки не избавиться. Где может применяться золотой ключик? Так, приборная панель. Кстати, а мы телек-то с вами не смотрели, что там показывают. 25-53, неплохо. Очень осторожно идем. Да, она, конечно же, здесь. Еще вот дверки. Тогда ключ оставим внизу здесь. И введем код. Да прям в проходе. 25-53. Unlocked. Ура. Молотка не находили. Коробка. Так, аккуратно. Ничего внутри нет. Очки. А вот три шкатулки стоят, выбирайте. Помидорка. Да, путаю. Арбуз, кстати, вот. Так, ладно. Со светом лучше. В гильотине ключ от сейфа должен был быть. Он здесь оказался. Еще где-то применяется золотой ключик. А может, на этом замке? Дверь выглядит наэлектризованной. Если я попытаюсь открыть ее, то меня ударит током. И получается, что если замка коснусь, меня сразу убьет.
Вот кусачки. А, мы же можем перекусывать. Все, проводка нет. Очень маленький радиус взаимодействия. Поднимаемся наверх. Новая электрическая головоломка пока что не разгадана. Я так понимаю, она как-то должна быть связана с электрическим стулом. В смысле? А, здесь тоже проводок был. Она все еще не пришла. Может, нужно просто вот так? Возможно, сюда нужно перенаправить все электричество. А с ворот мы, допустим, электризацию снимем. Побежали проверять. Так, кстати, мы еще кухню не пролутали нормально. Коробка. Все, ладно. Как будто бы все в порядке. Молотка просто нет нигде. Нет, все еще то же самое. Похоже, еще где-то есть устройство. На. Ё. Куда ты полетел? На. Ё, где она? Это была тень от мяса. Все, потеряла меня из виду. Теперь нужно найти колесо в бочке и унести его уже в другое место. Так, там, скорее всего, тупик. Кстати, вот еще шкафчик. Кто там, рация? Тут все есть. И канистра, и колесо. Радиатор ближе. Я типа там. Кстати. А если нам Грэнни снова попытаться закрыть? Колесо, ты кто? Йоу. На. Страшно, йоу. Фантастика. Я напоролся. Сейчас сходим с вами в ванную. Спасет ли нас аптечка от вот этого свечения? Ой, так еще, чтобы сходить в ванную, нужно сначала доски отбить. Вот это мы пересеклись с ней. Похоже, для этого нужна аптечка-то. И мы тогда снова все откатим назад. Но это пока теория. Ой. Так, давайте на альт. Мы типа беззвучно ходим. Можно ли съесть аптечку, держа камень в руке? Такие раз. В смысле? А, ваше здоровье, говорит, в порядке. Ничего себе. У меня вокруг лица красное свечение. Ну вот сюда, допустим. На. Я типа здесь... Ах ты, здесь ключик зеленый еще. Я типа здесь? Да как так-то? Я же тебя перекусывал. Да конечно, уже все не поверит никогда. Да как так-то? Подождите, стоп. Что за жесть творится? Значит, что-то связано все-таки с электрическим креслом. Может быть, нам нужно туда бабку позвать? Давайте сходим. Сейчас на верхний этаж снова. Йоу. Мне кажется, прям разминулись. Нереально. На, я типа там. Вот кресло. А, так недолго может быть. Подождите, все, отключаю. Я же переключал на кресло. Иди, иди, иди ко мне. Сейчас сразу сзади, да, кажется? Прикол. Я ничем не шумел. Все, отлично. Теперь, смотрите, протестируем. Я рубильник-то дерну. И побежали быстрее. Мне кажется, перенаправил энергию, но не навечно. Тут есть таймер. Опять мини-теория. Быстрее, быстрее, быстрее. Точно, точно, точно. Чудо, быстрее, ключик. Смотрите, я его здесь оставил. Быстрее. Сколько времени? Вставил.
цепь открылась. Ура! Это что будет такое? Это теория? Или это практика? Подождите-ка. Дверь выглядит наэлектризованной. Подождите, жесть какая. Все обратно вернулось, реально. Точно, с таймером. Но теперь я не собираюсь открывать. Получается, в этом шкафчике мог быть предмет. А, так он и есть. Это молоток. Ах ты. Важный предмет, без которого вы не пройдете, находился в шкафу. Я таки смог открыть. Все хорошо, давайте тогда откидывать доски. У нас, скорее всего, будет прохождение через главную дверь. Только сколько жизни уйдет? Да жесть какая-то. Так она не умнее, мне кажется, стала, а просто знает, где я нахожусь. И вот что, смотрите. Все, я опять в проход. Можно за деревом как-то ее скомануть? Да, получилось. Она не знает, что я здесь. Вот это да, так, все, теперь альт. Банки не задеваем. Я смог с ней разминуться в доме. Первую доску не шумно, потом шумно. Так, ну, чтобы открыть дверь, нам нужен еще ключик. Смотрите, я также еще щиток не нашел. Он, возможно, находится в гараже. Ё, жесть. Я такого не ожидал. Или я на кухне что-то пропустил? Ну-ка, ты кто? А лопата может быть вот здесь? Не заметила. Допустим, здесь стоит. Так-то могла быть. Дверь закрыта. Не, ну разработчики прячут предметы, конечно, нормально. Так у них, видите, текстуры совпадают со всем, чем только можно. Еще наш шкафчик есть. Все, давайте сейчас уже пройдем на практике. Предметов тут просто часто нет в игре. Вот где они? Радиатор. Может быть, боком кидать? Вот так? Бам. Кстати, радиатор и так нормально летает. Как картонный. Все было колесо. И пусто. А золотого ключика у нас нет. В этой генерации. Кто здесь есть? Рычажок. А в подвале наверняка антенна. Я просто вставил его, но не дернул в предыдущий раз. Сейчас здесь антенна. Смотрим, есть ли телевизор. Есть. 53-32, ничего себе. Из тех же цифр. Без фонарика. 5-3-3-2. А до этого было 25-53. Открыли. Помидорка. Золотой ключик вот где, понятно. Крутилка от колодца, смотрите. Наконец я ее нашел. Так, все, сейчас побежим открывать дверь. Для этого нужно будет электричество перенаправить на электрический стол. И быстро бежать на открытый дворик. Дверь не искрит. Сейчас посмотрим на анимацию поближе. Отцепилась, как змея прямо. Двери сами откроются. Не сами. Ох ты, ультрафиолетовый, ничего себе. Какая большая разница в респаунах-то. Так, хорошо, ультрафиолетовый. Давайте тогда его бросим вот здесь у двери. Он есть теперь. Закрутилкой. Вот тоже. Смотрите, текстура.
совпадает с текстурой шкафа. Так, все. Исследуем колодец. Ой, там, кстати, что такое? Это горы. Вращаем. И здесь у нас отвертка. Прям на воздухе висит. Ну-ка, можно без отвертки? Можно. Мастер-ключ нормально так. В предыдущем прохождении бы его. В смысле? А, картины респавнили. На. Оставили. Ура. Ультрафиолетовый здесь. Часть картины. Кстати, а что нам скажут, если мы ее соберем? Ты получил больше времени. На столе ничего. В проходе вряд ли что-то будет. Давайте подвал исследуем. Пусто. Вот те самые три черные шкатулки. Колесо. Да, вряд ли пригодится. И все получается. Подвал исследовали. Одно колесо было. Коробки ничего. В сейфе ключ от навесного замка. Осталось найти только лишь молоток, но это будет самым сложным. Как всегда, монетка. Будем быстрее. Пришло время шкафов. За телеком ничего. Кстати, почему-то ворота не искрят сейчас. Ну-ка, рискну. Колесо еще одно нашли. На открытый дворик. А где лопата-то стоит? Она же просто опирается, скорее всего, на какой-то угол. Еще колесо. Давайте фонариком посветим. Возможно, молоток в гараже. Ищем символы. Это раз. Потом в ванну. Ничего. На стену. Ничего. О, выключатель. Не работает. Нашел. Вниз справа, видите, направо. Влево вверх, вправо вверх. Тебя вниз, тебя направо. Тебя налево вверх. Тебя вот так, все. Фонарик более не нужен. Наконец-то мы в гараже. Вот лопата, ура. Аптечка. Неприменимо. Это не молоток. Это кирка. В игре кирка есть теперь. Давайте покопаем. С первого же копка молоток нашел. Что вы сейчас нам скажете? На такое прохождение. Мастер-ключ. Не открывается. Мне нужно открыть другие замки. Нормально. Я еще не перекусил провода. А, вот ты где. Сейчас щиток есть, но кусачек нет. Кирка, я наберется. Есть что-то можно разбивать? Деталь пишут. Это похоже на соединение трубы. Вот, да. От полуоси. И ты берешься, что ли? Что написано, полуось? Деталь, да, это все детали. И кирку можно брать. Вот класс. Здесь самое место кусачкам как раз таки.
У нас пока что трехколесная машина. Аккумулятор поставлен, радиатор поставлен. За картиной. Кусачки были, прикол. Вот они. Все, перекусываем. И теперь в гараж. Все-таки кусачки раньше нашел. Будем проходить через главную дверь. Неожиданно. Открылись и проходим игру.